планируем направить на ее реализацию порядка 200 миллиардов рублей. Безусловно, будем помогать регионам и муниципалитетам привести в порядок и построить новые дома культуры, театры, библиотеки. Считаю, что особое внимание надо уделить малым городам и селам. На реставрацию объектов культурного наследия народов России предполагается выделить свыше 42 миллиардов рублей. Еще один приоритет – развитие музейного дела.